59 человек утонули на водоемах края с 1 июня. Это данные МЧС. И статистика похожа на прошлогоднюю, когда тоже было много погибших. Тогда, к началу августа, было зафиксировано 65 смертей на воде. Среди утонувших этим летом 7 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. Несчастные случаи происходили в запрещенных для плавания местах. Мы напоминаем, что официально в Красноярске разрешено купаться только в акватории у Октябрьского моста. Там вода соответствует всем нормам. Очищено дно, на территории дежурят спасатели. Сегодня этот пляж закрыт на технический день, но во вторник он будет работать в обычном режиме. На территории проведут уборку и санитарную обрезку деревьев.